Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на 570 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Антимонопольное расследование в отношении базирующейся в США компании длилось более 5 лет. MasterCard обвинили в том, что она заставляла клиентов платить банковские сборы в той стране, где зарегистрирована их фирма. До 2015 года эти сборы сильно различались от государства к государству. Тем самым система блокировала возможности поиска альтернативных и более выгодных вариантов, ограничивая развитие европейского бизнеса в целом.